Всем привет! Так, я решил сделать импровид кит. Так, вот один, вот эти камушки. У меня же вроде есть получше, или нет? Секунду. Да, есть Т2. А, блин, заберу, наверное, это все, да? Так, где? А кальций разве у нас он не портится, скотина? Нет, он не портится, все нормально. Ну, сейчас все равно перехожу на Т3, все, и мне весь этот хлам надо как-то сбагривать. Пила у меня хорошая. Буду сейчас делать просто все в массовых количествах. Угу, Т1 я уже большую часть переработал. Так, все-таки мне нужен Improved Kit. Так, шафты. Так, кедровый. Он будет получше, это полагаю. Погоди. Неужели шафты только... Почему? Не понимаю, он... Ну ладно. Вот у нас есть Т2 кедр. Возьмем. Блин, с тобой золотая рыбка. Хуки. Давай-ка мы с металла хуки сделаем. Пила. Штучки 3. Так, это и есть фипер у меня. Да ты гонишь. Надо пойти пособирать. Пошли ливер соберем, да и фибер сделаем, господи. Это у меня тут беда какая-то с этой растительностью, прям капец. Хочу попробовать, есть ли возможность у меня улучшить хоть какое-то тут растение. Точнее, оружие, как выяснилось, можно улучшать. Любое, то есть вот. Его можно улучшить, в принципе. Мне интересно посмотреть, смогу ли я хотя бы что-то улучшить. Кирку, чтобы Т4 версии, было бы неплохо, в принципе, улучшить. Так что пошли собирать ливизы. Надо будет отправиться куда-нибудь путешествовать. Надо с порталами разобраться. Какого лишнего не могу воспользоваться? То ли не сглючили. Ночью, правда, не пробовал. Ночью как-то и неохота, если честно. Нормально, сейчас 300 штук соберем. Как раз хватит. Собирается не быстро довольно-таки. Это не деревом колупасить. Ну, дерево хотя тоже вырастает.
А, стамина кончилась, я понял. Так, у тебя чё? Еда, вода, неудивительно, у тебя что кончилась стамина. У тебя воды почти нет. Надо тогда хоть немного буду перекусить им. Для процентов хоть 60, чтоб было. Черт, у меня скоро бежать на клонилку. О, блин. Не вовремя. Это хоть и радостное событие, но, блин, не всегда. Не, мой домик во время дождя смотрится, конечно, довольно-таки интересно. Вот как раз сейчас начался дождь такой. Ну-ка, заглянем после перезагрузки, кстати говоря, птичку. Ну, немного проходит, но не так. Ну, не так, чтобы прям ох. Так. Разогреть тебя надо, да? Так, давай хоть 10 минут сделаю. И погнали. Бибер. Это недолго. Так, пока давай посмотрим, все ли у нас есть. Ну, Т2 кедр берем. Здесь сталь. Здесь. Ой, блин, какой бы мне выбрать-то? Так, 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 так. В принципе. Да хрен с ним, стальной будем выкладывать. Там я сомневаюсь, что что-то поменяется. Так, здесь Т1, Т2. Вложим Т2. Мне нужен Т3, желательно, конечно, предмет, но какой получится. Ага, топливо еще нужно, белый пало. Ну ладно. Фиберы, фиберы. Вот это ужас, конечно. Так, здесь у нас. О, с первого раза. Погоди, он что, одноразовый, что ли? Ладно тебе. Так, берем кирку. А он одноразовый. Вот, блин, жопа. Шутка такая. Это вообще-то не так просто производить все. Не, ничего, да? Улучшить, блин. Ох, ёлы-палы, слушай, да, на таком улучшении хренеешь улучшать-то. Я, конечно, извиняюсь. Во-первых, блейды. Давай сделаем их побольше. Уж фиг ты с ним. Я, блин, слушай, даже не знаю. Нифига такое улучшение, блин, дешевое. Этого давай тоже сделаю. В принципе, стил-то у меня хватит. Ну, слушай,
Я даже не знаю. За такую-то ядрит цену. Это, блин, напряжно. Так, надо за ойлом будет прогуляться. Но это желательно вообще вот в эти города тэпаться. Ну, два. Так, сейчас это подготовится. И посмотрим. Так, у меня что тут? Пусть поест. Поели. Удочку надо попробовать, кстати, буду делать. Вот. А, кстати, может... Нет, ее не надо улучшать, ее надо золотой крючок сажать. Потом пойду порыбачу. И посмотрим, хоть может что-то выбью поинтереснее. Если это правда что-то вообще означает. Прекрасно. Так, ладно, это я что-то тут улучшил. Хороший вопрос, что? Я так полагаю. Тут у нижнюю полоску я улучшил до Т3. Она идет. В принципе, кирка-то мне нужна, Т3 бы не помешала. Так что давай попробуем еще раз. А, вот как вещи улучшаются, ДТ-4 и все дела. Вот оно чё. Ёлки-палки, тогда ДТ-4 будем пробовать улучшать. Чё, она у нас почти топовая, стальная. Ой. Так, все, отпусти, игра, я понимаю, я тут немножечко сделал не то, что ожидал. А, в принципе, неплохо улучшает. Ну да, давай-ка мы немного поднаделаем ее. Доведем до уровня хорошего. Так, ну ладно, удочка. Удочка, мне первая нужна очередь, удочка, фишинг пот. Так, нитки, да ёлы-палы. Куда, блин, все нитки деваются? Охренели, что ли, блин, недавно сделал 300 штук ниток, блин, все нету, куда, то, как, почему, за что? Шахты. Используем самые лучшие, кедровые, хотя бы на пиктовые использовал, хотя... Ну, поймешь. И здесь кедр. Листья и крючочек Т2-шный. И креатин. Так, вот я думаю, удочку бы не помешало улучшить тогда. Ну, думаю, да. Так, у нас появляется Т1 говнецо. Ёлы-палы. И зачем я только сижу порвал ради этой удочки? А где вообще у меня здесь удочка-то? Рейк, это у нас грабли. Это молот, это лопата. А, то есть удочку я уже выбросил. Очень мило. Погоди-ка. Не понял. Да, слушай, удочку я походу выбросил. Так, знаешь что? Тогда я давай-ка я сделаю этих импровид китов. Вот, импровид китов. Тут шафты, да? Но у меня Т2-шный есть. Подойдет. Так, здесь у нас стальные брики.
я еще сделаю. Пибер я насобирал. Так, ойл есть. Ой-ой-ой, плохо, как мало. Эдвашные. Так, это у нас сталь будет. Это у нас будет это. Давай-ка несколько сделаем, сколько сможем. Сталь и... Сколько максимум-то будет? Блин, один, а чего не хватает, зараза? Я думаю, что не пишет количество. Непонятно, чего тут не хватает. Сколько еще можно чего, блин, положить. Сиди, хидри, гадай. Ненавижу я такое. А, фибер кончился, я понял. Да, блин, долбанный дождь. Сколько ты там можешь идти-то? Чуть ночь наступает. Так, мы можем улучшить, по идее. Так, давай попробуем телепорт активировать, а? Может, он ночью только активируется? Телепорти. Так, удочку давай попробуем немножко улучшить. Раз у нас один хотя бы есть, пишем в порт. Да, наверное, удочку поулучшаю и кирку до максимального качества, которое я смогу. И где мои эти телепорты дурацкие? Вот они. Так, у меня вопросов стало еще больше. Ладно, ухожу на паузу. Так, я тут немного поторговал. В общем, прикупил, попродавал железо, ты первое. Немного этих медных залежей прикупил. Что-то они мне не выпадают. Ну, я так подумал, ну его нафиг. Так, давай попробуем тогда в город тэпнуться. Это тогда я все сейчас сложу, давай. Заначку свою. 10 медных залежей там поставлю, пусть они растут. Почему не работает сейчас? Может, тот заработает. Но хотя, что я там сделаю, это вот вопрос в том. Что-то меня это странно начинает напрягать. Ну, ладно, в принципе, я там по ним попутешествовал довольно хорошо. Идем сюда. Так. И. Юз. Нет. Так, the school. Я вообще уже не въезжаю. Что за хоп? Может, аномалию надо искать? Слушай, я что-то как-то... Даже понять не могу. Так, у нас рыбалка, да. Я хочу попробовать немного. Чем мы там поймаем? Давай это все спрячу. А, уже спрятал. Блин, я быстро... Ну да, спрятал. Новую удочку частично опробуем. Интересно посмотреть, что там получится. Что поймаем? Ну, рыбка-то это понятно. Что же с заклинаниями-то? Вот в чем вопрос. Не, ну неплохие вещи начинаю, конечно, вылавливать, но... Блин, я этой уже рыбалкой... Так научился, что аж капец.
Т1. Ладно, я понял. Короче, это все пока не важно. Это у меня все Т1. Какого спрашивают? Нет, эти вот камни нужны, в принципе. Ладно, боны, это все неприготовленные бранчи. Ой, у меня мозг, слушай, взрывается реально от этой всей ботвы. Чё такое? Почему не хочет? Ладно, пойду я пешком, дойду, как раз немного фибера пособираю. Хотя, погоди. Фибера-то мне надо не так и много. Ладно, давай так, поснимаю немного. Боже мой, что здесь происходит? Привет, крабу, народу крабов. Хитрить налево. Crab people. Да, кстати, я еще бегал-то туда. Давай посмотрим скилл поинт свои. Потихонечку растут. Атрибуты. Не, такое себе. Давай бонусные тогда. Сколько у меня? 417. Ну, неплохо растут, конечно, они. Так, ну эту ветку мы уже полностью прокачали. Это хорошо. Эту тоже. Все, good. Так, значит, у нас вот эта вот ветка осталась. А вот эту ветку я тоже все прокачал. Ну, в принципе, у меня здесь все прокачано. А, я вот здесь еще прокачать ХП или вес. Ладно, качнем веса. Сколько там теперь мы можем? 80 кг носить. Ну, ясненько. Так, ну у нас все по максимуму вкачано уже, это хорошо. Так, что у нас с импровит этим фуфубером? Фуфубером. Basic, максимум. Ну, делайся пока. На росток мне не нужен. Мне нужно кое-что другое от тебя. Так, ну-ка, что тут за бочки? Сомневался. Да не нужны вы мне сейчас, ребятки. Не нужны просто тупо. Я не могу понять, почему я не могу воспользоваться этими долбанными телепортами. Да, кстати, вот насчет рыбы, надо ее выложить потом будет. И в холодильник положить, пока она еще не испортилась. Жалко рыбку. Ай, телепорты. Да что ж с вами такое-то? Юз. Неподходящее время. Как? Почему? Ночью я пробовал. Может, в дождь?
Так, надо почитать вообще будут обновы, если там они, конечно, сохранились. Возможно, там хоть какой-то ответ найду. Нет, ни хрена не нравится. Бредятина. У нас очень часто возникали телепорты, сейчас я их не вижу. Там добавили новые. Обидно. А почему не работал? Потому что тут на цифру 1 и 2 это все работает. Я немножко забыл, когда в серии мне писали. Бывает. Что 1-2 это у нас поиск земли и ростков. Можно садоводством заняться. Но у меня еще достижение получено какое-то. Усраться в школу не ходить. Серьезно? Да. И почему я ливи с такого качества собираю? Вот это вот мне интересно по большей части. Может, зависит от перчаток или какого-то еще навыка. Но навыки здесь тоже скиллы качаются, ё-моё. Убейте меня семеро. Ну хорошо, о, может к обелиску подойти надо? Дай-ка я к нему заортачусь. Надо побегать бы здесь, поизучать территорию. Может просто в начальной локации сделали, что нельзя пользоваться телепортами. I don't can use don't this time. Ага. Вы не можете увеличить производство в настоящее время. А почему? Угу. Вероятно, слушай, да, надо бы отправиться куда-нибудь подальше. А что у меня открыто, в принципе? Да ни хрена у меня не открыто. Слушай, а это уже становится, смотри, любопытней. То есть у меня сбросилась просто тупо карта. А я хотя добегал довольно-таки далеко. Угу. То есть у меня скрылась карта. То есть карта, кто не в курсе, была немного расширена. Добавлено много было мелочей. В принципе, надо будет, да, реально сейчас пробежаться. Не сейчас, потом. Все-таки посмотреть, что на карте. Типа пещерки поизучать. Короче, работы тут. Мягко сказать. Да, хрена. Так, ладно, что у нас тут есть? Фиберы. Делаем по максимуму. И идем пока к нашей. Так, стоп, к нашей печурке. Нет, не к нашей печурке. Не надо медь выложить, чтобы она росла. А, меди надо собирать довольно много будет. Лучше я не ожидал, что она так будет нужна. Я поэтому, вероятно, и... Я вот не помню, может я покупал. Нет, я выбивал их точно, это я помню. Эту хрень я выбивал. Вот где бы ее расположить-то? Медь-то она поважнее теперь оказывается. Ну, в принципе, сделаем еще? Как думаешь? Вот здесь вот линию, да? Как раз здесь можем дополнить, там. Ну, я думаю, да. Так, стоп. Мне нужны фаундейшены. Каменные или деревянные?
Ну хотя какая к черту разница, а? Меня что, атаковать здесь будут? Ого. Да, я думаю, так сгодится. Да ладно тебе. Ты шутишь сейчас. Ёлы-палы, мне гвозди нужны. Ха-ха-ха. Нейлы, я вспомнил.